Всего же в открытом чемпионате, который, кстати, проходил в Оренбурге впервые, приняли участие 35 рыболовов. Несмотря на профессионализм многих участников, соревнование прошло без какого-либо серьезного улова. Рыбаки сетовали на сильный ветер, который не позволил подняться рыбе со дна водоема. Тем не менее, по итогам турнира лучшие были отмечены памятными призами, а кто-то получил и спортивный разряд по рыболовному спорту. Соревнования планируют повторить и в следующем году, правда, с некоторыми изменениями. Хотелось бы, наверное, чтобы рыбаки приезжали вместе с семьями, чтобы не было такого, супруг собрался, а жена говорит, куда, зачем, а дети. Вот постараемся, чтобы 2015 год прошел у нас под таким знаком семьи, в том числе и счастья рыбалки. Поэтому создадим все условия, чтобы можно было приехать с детьми, и дети были заняты сами, сделаем какие-то самовары на дровах, чай попьем, просто будет такое общение.